Студенты Ивановского энергетического университета заняли 3-е место в конкурсе социальных проектов «Молодежь старшему поколению». Награждение проходило в Госдуме. Ребята сразу, соответственно, принялись как-то анализировать, как-то пытались понять сначала суть вот этого всего конкурса, соответственно, потом быстренько подготовиться, потому что все-таки и по срокам, и какие-то свои моменты, они были такие очень сжатые. Конкурс проводился по 3 номинациям – «Город без одиночества», «Забота в каждый дом», «В центре внимания». В 3-й номинации больше всего работ представили студенты различных вузов страны. Номинация конкурса была «Репортаж», но так как это конкурс социальных проектов, мы решили сделать что-то более полезное для людей, что-то, что может помочь пенсионерам. Затем возникла идея рассказать им о их правах, потому что, допустим, мои родственники, то есть мои бабушки, дедушки, во многом не знают. Студенты ИГУ ежемесячно на своем маленьком телевидении выпускают полноценный выпуск новостей, рассказывают о событиях, которые произошли в вузе, и жизни молодого поколения. Чтобы сделать отличную работу для конкурса, пришлось углубиться еще и в жизнь пожилых людей. Мы упрощали намного, убирали все терминологию, которую можно убрать, и для понимания пенсионеров мы упрощали текст, чтобы они поняли. Работа была сложной, предстояло найти героев для того, чтобы ролики были интересны аудитории и не выглядели постановочными. Пенсионеры, боясь камеры, отникивались, говорили, что все, в принципе, одного дубля хватит, и все. Именно страх перед камерой была, наверное, самая большая сложность. Ярким должен был быть и монтаж. Идея хороша в профессиональном исполнении. У ребят получилось 6-минутных роликов. Большой шрифт, яркие цвета, эффектное появление текста помогло все нам, и пенсионеры хорошо воспринимали рекламу. Идея ивановцев в столице понравилась. Организаторы конкурса отметили, что в Подмосковье планируют снять свои социальные ролики, где пенсионерам доступно и легко расскажут об их правах и льготах. Я очень рада, что теперь есть возможность сходить в театр или в музей, и за билеты я получу скидку. В целях организации культурного досуга пенсионерам предоставляются скидки в размере 50% на посещение музеев, театров и филармонии города Иваново. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.